потеряли связь с группой ученых, которые отправились в лабораторию Кроз-1. Лаборатория подверглась биологическому заражению почти 25 лет назад, еще в середине 80-х, и была законсервирована. После взрыва, устроенного противником и многочисленных обвалов на нижних уровнях, появилась угроза расконсервации. Ученые не вышли на сеанс связи в обозначенное время, поэтому есть все основания полагать, что противник проник в лабораторию и помешал. Всем бойцам приказываю следовать на уровень К4, чтобы встретиться с группой ученых и защитить их. База. Это дирижер. Я как раз нахожусь на уровне К4. Продвигаюсь к лаборатории. Отлично. Периодически докладывайте обстановку. Я у входа в научно-исследовательский комплекс. Главная дверь открыта. Иду внутрь. Я внутри. Работает система аварийного освещения. Жутковатое местечко. Тело ученого, он мертв, следов пулевых ранений нет. Такое ощущение, что его со всего размаха ударили об стену. Так и есть. Наши ученые включили систему аварийного освещения. Работает старый дизель. Я в большом круглом зале. Здесь так классные стены расписаны. Прямо храм науки. Я в лаборатории. Здесь все в крови. Я слышу шаги. Я не понимаю, что происходит. Эти люди, стой, или я буду стрелять. Стоять, я сказал! Кто там у вас? Где вы?
Майор, рад тебя видеть. Я думал, ты погиб в завалах на нижних уровнях. Мы потеряли троих наших ребят за последние 2 часа. Я слышал по радио про эти старые лаборатории и группу ученых. Что за дерьмо там творится? Я думаю, тебе нужно обязательно поговорить с заведующей местной лабораторией. Она руководит всеми этими генетическими исследованиями. Срочно найди ее и выясни, что ей нужно. Кстати, нам удалось захватить одного из боевиков. Наши ребята уже допрашивают его. Я работаю здесь уже несколько лет. Скучновато, конечно, но платят хорошо. Пожалуйста, не убивайте меня, я всего лишь наемник. Я буду сотрудничать. Наша группа атаковала ударник, чтобы отвлечь внимание ваших основных сил и обеспечить наземные преклонения наших покрывателей в эти надземные бункеры. Мы готовили эту операцию почти 2 года. Наши покровители — представители иностранной разведки, которые хотят выкрасть информацию о ваших секретных разработках. Они используют эту заварушку, чтобы оставаться незамеченными. Сейчас их группа разведки находится на вашей территории. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не убивайте меня. Мы проверим твою информацию. И если ты нам врёшь, то можешь пенять на себя. Мы заставим этого подонка говорить нам правду. Берегите патроны. Последний раз нас запускали на поверхность 2,5 года назад. Хочу снова выпуск. Идёт дезинфекция. Дезинфекция завершена. Возвращение, майор. Идите вперед. Сложные ребята, правда? Вы будете удивлены, но они все абсолютно одинаковые. Эти ребята писают будущего. Эй!
О, господи, вы меня напугали. Здравствуйте, товарищ майор. Меня зовут Полина. Вы, наверное, хотите знать, чем мы тут занимаемся? Я расскажу. Мы находимся на одном из самых засекреченных объектов России. Официально он называется Центр экстремальной медицины. Наше правительство всегда было заинтересовано в создании и подготовке бойцов с идеальными боевыми характеристиками. Так, в начале 80-х группа военных ученых начала работать над проектом КРОТ. Эту группу возглавлял мой отец. Лаборатория КРОТ-1 просуществовала всего несколько лет, и виной тому стал неудачный эксперимент. Лаборатория была заражена, и командование приняло решение о ее полной консервации вместе с персоналом. Но несмотря на это, проект не был закрыт, и работы по его развитию продолжились в новых лабораториях КРОТ-2 и КРОТ-3. Мы пошли другим путем и используем новейшие достижения генной инженерии. Все эти эксперименты с вирусами и мутациями в прошлом. Мне страшно подумать, какие ужасные мутации произошли за 20 лет с персоналом законсервированной лаборатории. Вы были в старой лаборатории без защитного костюма, поэтому велика опасность попадания в ваши легкие ядовитого осадка. Чтобы выяснить, насколько чисты ваши легкие, мне нужно сделать рентгеновский снимок вашей грудной клетки. Это очень важно. Следуйте за мной. Вы загородили мне путь. Внимание всем! Нас атаковали у центрального входа в лаборатории КРОТ-3. Нужна поддержка. Я всегда хотела походить на моего отца, поэтому тоже стала заниматься наукой. В таком случае я проведу ваше обследование позже. Вам нужно идти. Это профессор Терапорта. Вы знаете, что это контролирует наших клонов? Я не понимаю. Thank you.
Это профессор Пирогов. Мы обнаружили, что сигналы, контролирующие наших клонов, исходят с нижних уровней заброшенной лаборатории Крот-1. Вам нужно срочно попасть туда и устранить источник сигнала. Иначе нам не остановить эту массовую паранойю. Будьте осторожны. Ты слышал, майор? Мы должны вернуться в заброшенную лабораторию и найти источник сигнала. Давай снова используем этот лифт. Мне пройти. Жутковатое местечко. Судя по этим странным звукам, вижу врага. Еще один готов. Проверить все помещения под лабораторией. Если верить плану, нам сюда. Я открою эту дверь.
черт, эти твари словно взбесились. Уровень сигнала растет. Мы почти у цели. Майор, откройте эту дверь. Давай, я прикрою. Эти двери заблокированы с другой стороны. Давай попробуем проникнуть туда через вентиляционные шахты. Следуй за мной. Отойди. Эти уроды. Заградил мне путь. Оружейная комната. Отлично. Бери столько патронов, сколько сможешь унести. Давай, я прикрою. Yeah.
Отличная работа, майор. Возвращайся назад, я жду тебя. Похоже, это то, что нам нужно. Жми кнопку, майор. Внимание бойцам, находящимся на уровне А1. Мы только что обнаружили группу противника, которая с боем прорывается на поверхность. По нашим сведениям, это иностранная диверсионная группа, которая под прикрытием террористов занималась сбором секретной информации на территории исследовательского комплекса. Приказываю остановить их любой ценой. Они не должны уйти живыми. Уровень А1. Дай пройти.
Внимание! Разведка сообщает о присутствии неопознанного вертолета К-50 в вашем квадрате. Экипаж вертушки не подчиняется приказам штаба и ведет огонь по своим. Судя по всему, он прикрывает отход диверсионной группы. Будьте готовы к атаке с воздуха. Ha 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 ha!